Так, новости. На Филиппинах у нас все чудесно. Вот юбилей как раз скоро, на днях буквально. Так что там будут мероприятия к нему приурочены. В общем, все на Филиппинах у нас отлично и замечательно. И надеюсь, будет еще лучше. Все эти мероприятия, я полагаю, дадут толчок для дальнейшего развития. Хотя и так у нас все замечательно, так скажем. Ну что еще сказать? Ну вот, в связи с этим юбилеем, 5 месяцев как-никак. Работы бесперебойные. Надеюсь, что с этим юбилеем активность еще более возрастет. Участники будут прилагать еще больше усилий по развитию системы, и темпы роста взлетят до небес. Ну вот на такой праздничной ноте. Ну вот сейчас мероприятие, еще раз подчеркиваю, будет в столице, в Маниле. Там масштабное мероприятие, там свыше 500 человек предполагается, так что, в общем, сами видите размах развития системы на Филиппинах. И это только начало. Впереди то ли еще будет, одним словом. Ладно, надеюсь, я вас вдохновил, взбодрил. Тогда до следующего раза. А еще я считаю, что финансовый апокалипсис неизбежен. Мы можем многое.